за мой результат. И клар, экипа, которая жгла тази. Результатом доволен, качеством игры не очень. Хорошая команда Литекс создавала нам проблемы, мы не всегда их могли решить. Наверное, все-таки свежести немножко не хватает, и поэтому игровой ритм оставляет желать лучшего. На нашем уровне чемпионата России очень важно реализовывать моменты свои, потому что это победы, это очки. Сегодня очень важно, что у нас были моменты. Конечно, нехорошо, что мы их не реализовывали, но хорошо, что они у нас есть.